загонит в него непогода. И начинаются у ребят разговоры на самую волнующую тему – о выборе дальнейшего пути. Как применить теоретические знания на практике? У мальчиков нет сомнений. Техника. Школа и колхоз помогают им освоить очень нужную на селе профессию механизатора. Эту площадку ребята называют трактородромом. Звучит солидно. И дело солидное. Самое мужское. Научиться подчинять себе машину, мастерски владеть ею. Профессиональная ориентация школьников тесно увязана с развитием колхоза. Хозяйство выделило наставников, и они сейчас готовят комбайнеров, которые будут убирать хлеба в 21 веке. Но вот в полевых работах наступает пауза. Школьная бригада и это время проводит с пользой.